Я мама Митрошенко Риммы. Риммы сейчас 16 лет. Римма родилась нормальным, здоровым ребенком. В 7-летнем возрасте я обратила внимание, что у нее стали лопатки. Стали ходить по докторам, к ортопеду пошли. Назначил ортопед нам ЛФК, электропроцедуры. Все это мы выполняли. И в 2014 году сделали первый снимок. Там у нас уже был сколиоз второй степени. То же самое каждый год плавание, ЛФК. Через все прошли. Съездили мы в Новосибирск, сделали снимок. Опять же, там в Новосибирске. Там нам доктор сказал, что искривление там еще хуже стало. Там говорили, что если операцию делать, то ставят металлические конструкции вдоль позвонка. Но ребенок мало мобильный будет, то есть он будет деревянный, не нагнуться, ничего. Стали выходы искать. И как-то вышли на Колесова, на его программу. Я узнала, что есть такая операция, и она малотравматична. И что ребенок будет гибкий. Доктор нас посмотрел и сказал, да, действительно нужна операция. Но стал объяснять, что вот, чтобы ребенок гибкий был, нужна динамическая операция. Ну, а и на нее нет квоты, она только по платному. Ну, так как я сейчас на пенсию, пенсионер, у меня накоплений не осталось, нет. Ну, с нашим заболеванием Римма стала сильно уставать. Сильно стала спина болеть, тянет ногу у нее. Из-за искривления позвоночника, перекос таза, у нее как бы одна нога стала прихрамывать. Римма очень спокойный ребенок, доброжелательный. Что она любит? Она любила играть на пианино, то есть сейчас мы школу закончили, времени мало на, так скажем, на развлечения. В основном у нее сейчас занятия, школа на первом месте, так как она хочет получить профессию доктора. Поэтому все внимание у нас на учебу.